5 октября казахстанские педагоги отметили свой профессиональный праздник. Во Дворце молодежи состоялось торжественное мероприятие, где учителей поздравил глава региона Гауес Нурмухамбетов. Лучшие представители сферы отмечены наградами. Подробности далее. Торжественное собрание, посвященное Дню Учителя, прошло во Дворце молодежи. Для гостей приготовили большую праздничную программу. Педагогов поздравил аким области Гауес Нурмухамбетов. Для повышения привлекательности профессии педагога последние годы государством сделано немало. В 2019 году решился один из важных вопросов закрепления особого статуса педагогической профессии. По поручению главы государства на 4 года зарплата педагогов повысилась в 2 раза. С целью обеспечения квалифицированными кадрами разработан проект подготовки кадрового резерва 1000 лидеров изменений в образовании. От нашей области прошли отбор и обучаются 11 заместителей директоров школ. Глава региона вручил виновникам торжества награды различных достоинств. Учитель математики Лебяжинской основной школы Наталья Лабуш получила грамоту акима области. Педагог с 40-летним стажем твердо решила, что станет преподавателем по математике, когда училась в 9 классе. Мне эта профессия нравится и очень. Во-первых, любовь к детям. Я их обожаю, потому что, наверное, наши детки, они дают заряд вот этой бодрости, молодости. И черпаешь от них энергию. Очень положительные эмоции. Владелец 3 частных детских садов Балдырган Ильясов получил нагрудный знак Макжан Жумабаев. Свой трудовой путь педагог начал 39 лет назад. Долгие годы проработал в средней школе номер 6 имени Кужебергена Жирау. Работа учителя очень сложная, но интересная. Мой отец был преподавателем. Мне нравилось, как он трепетно относится к работе. Я беру с него пример. Глава региона наградил 24 педагога. Кроме грамоты и нагрудных знаков, они получили благодарственные письма, медали «Ветеран труда», а также звание «Заслуженный работник образования Северо-Казахстанской области». Отдельно Гауес Нурмухамбетов выделил Айжан Капесову. 5 октября на съезде педагогов из рук главы государства она получила почетное звание «Казахстанын Едбек Сынерген Устазы» за выдающиеся достижения в сфере образования и весомый вклад в развитие страны. Праздничное мероприятие завершилось яркой концертной программой.